В 2002-м ФБР закрыло секретные материалы. Все наши расследования были прекращены. Но моя одержимость... Нет. Все эти годы нас дурили. 10 лет моей жизни били меня за нос в тупик. Они контролируют нас, они шпионят за нами, утверждают, что это делает нашу жизнь безопаснее. Но мы никогда не были в большей опасности, чем сейчас. Ты готова к этому? Не уверена, что у меня есть выбор. У нас проблемы. Они снова открыли секретные материалы. Где он? Истина все еще где-то рядом. Это только начало. Секретные материалы.